Всем привет еще раз. Выше я уже писала, что такое пережир. Сейчас еще раз вам объясню. Смотрите, любой человек, даже если новичок, нужно будет вам ввести в поисковике калькулятор щелчем Мыловар Про. Заходим дальше. У нас наверху по умолчанию стоит твердое мыло. Опускаемся вниз. Холодный способ, синий кружочек. Вода. Это все индивидуально. У нас очень много разных мыл. И воду мы добавляем. Процент воды добавляем по-разному, по умолчанию обычно 33 стоит. И если медовое мыло, по-другому, если калийное мыло, по-другому, жидкое мыло, по-другому, глицериновое мыло, по-другому. Вот это все абсолютно подробно мы изучаем на большом курсе. А мини-курс — это у нас вводный урок, скажем так, вводный курс, маленький шаг, большой курс натурального мыловарения. Дальше у нас уже идет пережир, 5% стоит. Пережир я тоже писала, какой бывает пережир. Пережир мы делаем по-разному. У меня на курсе огромная тема по поводу именно пережира. Это, то есть, а дополнительно мы нигде на калькуляторе щелочи не считаем пережир, нигде ничего не пишем. Вот здесь мы поставили, например, ну пусть будет, не знаю, 8% поставили, все. Из того количества масел, например, которое мы выбрали внизу, из этих масел именно 8%, они остаются в мыле маслами, не превращаются в мыло. Не маслами же они остаются, у нас же, когда мы говорим о натуральном мыле, мы рассуждаем жирными кислотами. У каждого масла есть состав, смесь кислот. То есть именно в рецепте нас интересует смесь кислот. Именно их свойства решают, какой мы рецепт хотим сделать. Но я не буду вас прям голову морочить с этим. В данном случае у нас же пальмоядровое масло, кокосовое масло. У них в основном у нас лауриновая кислота, которая как раз-таки отвечает за твердость. Вот. Далее вы спросили, как сделать так по рецепту. Вот здесь у нас эту информацию, если честно, за 25 тысяч продают. Я вам за 490 все даю, девочки. Далее здесь вот можно по граммам. Синий кружочек, видите, я нажала. Тяжеловато будет вам все это считать. Нажимайте на проценты, что я вам говорила, например, там оливковое масло 75%, пишите пальмовое, дальше сколько процентов, все пишите весь основной компонент, на какой объем вы хотите сделать. Например, если на килограмм, то это 800 грамм пишем, если на 500 грамм только, то пишем, например, на 350 грамм. Все, далее уже вот выбирать, сколько нам нужно оливкового масла добавить, пальмового масла, кокосового масла. Что касается добавок, здесь же выбираем молочную кислоту. Я вам там указала 2%. И все, например. Так, на это мы не смотрим, я не до конца откорректировала. Далее переходим на правую сторону. Здесь у нас показатели рецепта, твердость, очищение, смягчение, пена, йодное число. На большом курсе мы это очень долго и тщательно разбираем, именно за что отвечает у нас в мыле, какие кислоты, почему твердость, сколько должно быть очищение, смягчение, пена и йодное число. То есть прогоркаемость мыла. И основные компоненты внизу же, сколько должно у вас кокосового масла по грамм. Пальмовые, оливковые и добавки тоже также есть. Щелочь, вода. Пережир также выходит 8%. Но видим, да, то, что здесь в граммах не указано. Потому что в холодном способе уже в пережир у нас там есть. В маслах все заложено. Отдельно не считаем. Итоговый вес мыла получаем. Например, 382 грамма. Если вас не устраивает, значит корректировку ведем. Не 350 грамм. Здесь вот, например, на левой стороне вес основных компонентов пишем. А, например, 400 грамм и корректируем уже рецепт наш. Например, оливковое масло 75%, пальма там 15%, кокос там еще какое-то количество. Вот так меняем. То есть, если у вас есть рецепт, почему я не очень люблю, когда вы берете любой рецепт, например, который есть в интернете,
Если человек очень хорошо разбирается в этих жирных кислотах, то, имея их в виду, соответственно, она, когда составляла рецепт, все-таки понимала. То есть у нас же мы не можем просто наобум добавить любое масло, мы должны понимать, что у нас мы хотим получить пенный кусочек, да, твердый кусочек, еще красивый кусочек, чтобы не размокало в мыльнице, чтобы долго нам служило это, чтобы, ну, вот такие вот потребительские качества, чтобы добиться их, мы с вами должны понимать, какое же масло, какие же кислоты отвечают именно за это, за эти свойства. Поэтому вот так, девочки, надеюсь, вы поняли, да? Я работаю с калькулятором Malabar Pro, а еще с одним калькулятором я работаю. Не наш, американский. Для чего это все? Объясняю тоже на большом курсе. А пока для того, чтобы понять, начать, попробовать, ощутить разницу натурального мыла и обычного мыла, вы можете вот пользоваться таким вариантом. Единственное, вот объяснила, надеюсь, что такое пережир. И чтобы все-таки вы понимали, даже если девочки придут ко мне на большой курс, они уже есть у меня с мини-курса на большой, то вы уже вам будет очень легко сделать все остальные сорта. Будет вопрос, пишите.